У меня сегодня повод обновить вот эту трофейную мою сковородочку. Мне нравится, что у нее бока вот эти вот загнуты внутрь. Хорошо тушить, чтобы будет одно толстое. Так, обжарила лук, морковку. Теперь перчик. Порезу баклажаны, чили, чеснок. И в заморозке у меня была фасоль, уже готовая отварная. Это прекрасная сатья будет. Теперь чеснок, чили. Здесь у меня немного соуса сацебели. И немного бедрышек на мангал.